Дорогие друзья, выпускники красногорских школ, а также учителя, которые все эти года были вместе с учениками. Сегодня последний звонок. Очень жалко, что происходит это все в таких условиях. Я от себя лично поздравляю вас. Расслабляться не стоит, так как через месяц у вас выпускные экзамены. И для вас открывается большой взрослый мир. Вы должны определиться, кем вы хотите стать, где вы хотите учиться. Потому что я считаю, учиться нужно. Вы должны в любом случае поступить. Есть хорошие слова, я их всегда люблю говорить. Образование – это то, когда вы забыли все, чему вас обучали в школе. Идите к своей цели. Именно на ваших плечах будет будущее России. Мы, в свою очередь, более старшее поколение, прилагаем и будем прилагать усилия, чтобы реализовать все ваши проекты. Постарайтесь за этот месяц подготовиться, сдать все экзамены на хорошо и отлично. Здоровья вам! Берегите себя, своих близких и никогда не отступайте. Идите к своей цели, во что бы вы ни стало. С праздником!